Мой дедушка в молодости много путешествовал по России. В детстве он часто рассказывал мне о своих приключениях. Но из всех историй мне особенно запомнилась одна. История про экспедицию в Дагестан. Группа обычных туристов, куда входил и мой дедушка, отправились к самому большому и живописному озеру Большого Кавказа – Кизиной-Ам. И добраться до него они решили на лошадях. Дедушка до этого ни разу в жизни не ездил верхом, поэтому для него это и было очень волнительно. Поездка верхом и вид на само озеро крепко-накрепко впечатались ему в память. И слушая его еще тогда, я пыталась представить, а что бы ощутила я, оказавшись там, на его месте? И еще совсем маленькой девочкой я пообещала себе повторить маршрут моего дедушки. Я прилетела в Махачкалу и добралась до поселения, которое находилось в горах, недалеко от озера. Там мне и подсказали, где я могу взять лошадь для моей прогулки. Вот только на месте оказалось, что лошадь не готова. Ее нужно переподковать. Но меня это не остановило. Мы тронулись в путь на рассвете. По ходу нашего неспешного движения солнце постепенно набирало силу. Мы шли по залитым утренним солнцем полянам и живописным горным тропам. Я наслаждалась чувством невероятной свободы и вызывающими восторг видами. И вот он, момент истины. Великое озеро предстало передо мной во всей красе. Зеркальная бархатная гладь Кизиной-Ама отражала величественные горы и бескрайнее небо. Я наконец-то исполнила свое обещание и повторила путь из рассказов дедушки. Я не помню, сколько времени там провела. Все вокруг заполнило лишь величие природы. Пики высочайших гор, зеленый простор и чистейшая вода Кизиной-Ама. Теперь мне тоже есть, что рассказать своим внукам.